Волков. Ну, я хотел удивить своим танцем. Я даже специально, когда танцую, глазами ищу людей, кто сейчас вот удивляется. Такого класу танцюристи в стилі, який представив Атай, у нас не було. Він дуже класно рухається, дивні речі творить з шиєю. Такий чоловічок. Світлий, добрий і взагалі. Маленький принц такий. И когда с Тоей меня встретили, то я думал, вау, круто. Хочется ради этого стараться. Перед останнім фіналістом третього сезону стає Атай Умурзако! Классное чувство. Положительные эмоции от Украины, именно от Киева. Люди все добрые. Ты спросишь, как пройти то или иное место. Всем подхожу, все этот отвечают, так проводят. Даже возьмут за руки и проводят. Это вообще классно. Мне здесь нравится. Чувствуешь себя таким, что я местный, что я не с другой страны, что я дома. Атаю нужно не просто бороться, ему нужно за эту победу драться. Нужен какой-то сумасшедший крутой номер в финале. Я, наверное, постараюсь прыгнуть на голову выше. Добро від зла відділяє лише один маленький крок, який зробити дуже просто, а от шлях назад куди довший і важчий. Між добром і злом танцює Атай Умурзаков. Thank you.
Украины.